«искусство широких масс». Так называют в народе декоративно-прикладное искусство. Наших бабушек, дедушек учили их родители, как из подручных материалов делать вещи, необходимые в быту. Навыки передавались из поколения в поколение. И сейчас, век развития науки и техники, народные промыслы приобрели особое значение. Это наша история, это наша культура, это наши традиции. Поэтому любопытно заглянуть в современные мастерские, к примеру, Могилевского колледжа искусств. Выпускница Наталья Никифорова работает сейчас над керамической тарелкой, которая украсит интерьер. Начинается с того, что нам нужно создать саму форму тарелки. Для этого мы берем такую вот гипсовую форму и набиваем ее. Серую глину керамисты готовят сами. Покупают шамот, иначе его называют огнеупорной глиной. Это вот такие мелкие камушки. Смешивают со специальным порошком, разводят водой, и материал для работы готов. Очень важно знать такой секрет. Толщина тарелки должна быть не менее 4 мм. Тогда она не будет хрупкой. Нужно нам сделать ровный край. То, что как если здесь что-то будет неровное, то это не слишком будет заметно, а вот край будет сразу туда касаться. Но мы ее скорее не отрываем, а именно в силе тяжести она просто снимается чаще. Даже если она, например, мы не уследили, она подсохла у нас, то это можно исправить, наложить мокрую тряпку на нее на полчаса. Она наберется влаги и будет более эластичной. А сейчас продолжается не менее ответственная работа – украшение тарелки. Наталья лепит цветочки. В это время преподаватель Александр Николаевич занимается украшением другой фигурки. Вот так, в тесноте да не в обиде. Мне тоже захотелось поработать с глиной. Наталья предложила освоить сначала жгутиковую технику. Вот чем хороша глина, например, что-то не получилось. Угу. Можно в любой момент сделать так и начать заново. Да? Отлично. Значит, мы так и сделаем. А вы вообще как за руками ухаживаете за своими после таких лепок? Это просто отмыть и крем увлажняющий. И все, да? А глина не является кремом своеобразным для рук? Нет, она скорее ее подсушивает. Со жгутиками возиться надоело, хочется попробовать слепить что-то поинтереснее. Наталья предложила розочку, а я для себя отметила. Эти навыки пригодятся, вдруг захочу слепить что-нибудь из теста. Действительно приятно, мой цветок вписался в композицию. Следующий урок – гончарство. Готовим глину. Кстати, и здесь она мне напоминает тесто, только очень и очень тяжелое. Наконец-то глина готова для работы на гончарном круге. Слово учителю. В центр круга ставим кусок. Значит, наша задача – центровать этот кусок, чтобы он вращался одинаково с нашим кругом. Да? То есть не бил его, там, никуда не шатало. И потом прилагаем все усилия. Момент сейчас переминанием и глинку, а тут вот видите пузыречек такой. Это вот воздух. В принципе, если его не убрать сейчас, то в последующем, когда обжиг будет, он может лопнуть и выбить немного нашу эту самую стенку, повредить. Так просто и легко. Крути себе круг, а он тебе выдает. Хочешь кувшин, хочешь вазу. Сказка. Александр Николаевич сделал очень удобный гончарный круг. На нем можно работать без фартуха или халата, не боясь испачкать одежду. Но только я подумала, а как замыть глину, если вдруг она попадет на брюки, мой цилиндр тут же превратился в блин. Выправить ситуацию не удалось даже наставнику. Вот так-то глина, оказывается, не любит лишних мыслей. А после такой практики я с особым восхищением смотрю на готовое изделие. Ну, это вот обвар. Это специальная смесь такая, замешивается там рассол, мука, пиво. Все это дело настаивается немного, дня 2-3. И потом горячую обжигается изделие, до 900 градусов достается из печи.
и опускается в этот обвар, потом резко достается и воду холодную. И получаются такие вот эффекты. Оно запекается. Ну, допустим, здесь не попало, здесь белый кусок остался. Здесь вот попало, видите, как бы такие. Ну, напоминает такой немножко грязный кувшин, да? Да. Ну, вот то же самое, только это вот на более светлой глине сделано, да, а это вот такие вот на красной глине. Вот то, что мы с вами крутили. А рассол какой вы говорите? Огуречный, можно помидорный, капустный, то есть какой, какой угодно, да. В беседе еще одну полезную вещь узнала. Она важна для хозяюшек, кто любит готовить в керамических горшочках. Их необходимо ставить в холодную духовку и постепенно нагревать, чтобы не треснули. А еще керамические изделия максимально выдерживают ту температуру, при которой обжигались. Был, к примеру, обжиг при 200 градусах. В духовку на 220 лучше такую посуду не ставить. Керамика в интерьере. Все эти цветочные горшки – курсовые работы учащихся колледжа. А это уже класс вышивки. Повсюду рушники, рушники. На них не просто узоры, а символы. Каждому событию присущ свой рисунок. И этот рисунок нужно уметь читать, чтобы не попасть в просак. Свадебный рушник – это красно-черный. Ну вот традиционно красно-черный. И для свадьбы вообще желательно, чтобы было сочетание цветов красно-черное. То, что вот вы видите, синий в сочетании с голубым и серым, это уже такой вот декоративный подход к рушнику. Но на самом деле это не в традициях выполнен, в цветовых традициях. Вот. Но, в общем-то, он может быть использован и в свадебном обряде, то есть как подарок на свадьбу. Но вот мы в основном используем такой вариант, когда у нас ярко выраженный вот центр, да, то есть широкая полоса, и она уже дополняется полосочками там, различного характера, где-то заканчивается мотивом сверху. Вот, то есть уже такие вот, ну, составляем свои какие-то композиции современные. Есть именно, допустим, от этой коронки и здесь, где заканчивается сам рисунок, то есть какой-то определенный размер? Ну, размер, он может варьироваться. Где-то, ну, вообще 40-50 сантиметров вышивки. Да. Здесь учатся распознавать рисунки, делать эскизы, переносить их на полотно. В белорусском орнаменте очень много мотивов. Разговор о печальных поводах не ведем. Поговорим о тех, которыми интересуется молодежь. Тема этой работы – купалья. То есть мотивы на центральной части – это вот купальский огонь, изображение солнца, ну, такое вот уже нетрадиционное, скажем, изображение, да, с вытянутыми такими лучами. То есть несимметричными. Ну и орнаменты, которые вы видите по краям, так, этой композиции. Здесь вот и изображение папоротника, сетка, здесь узор, символы урожая. Я заметила, у девушек эскизы на бумаге лежат как образец рядом. Интересно, насколько сложно перенести рисунок на ткань? Мы рисовали изначально эскизы. Вот, и вышиваем, считая нитки. То есть на специальную миллиметровую бумажечку вы переносили, да? Да, то есть одна клеточка – это 3-4 нитки. И то есть мы высчитываем по ниткам клеточки. Нитку с иголкой с детства держу в руках. А вот крестиком, если честно, не вышивала. Есть возможность попробовать. Вот сюда, да? Да. И снова сюда? А, нет, просто выводите. Просто вывожу, куда вывожу? Снизу. С обратной стороны, да? Да. Угу. Получилось? На какую-то часть миллиметра ошиблась, исправлять пришлось мастерице. В принципе, вышивать несложно. Тут главное, чтобы была усидчивость и большое желание сделать такое великолепие своими руками. У одних уроки вышивки, у других уроки ручного ткачества. Вот так рождается гобелен. Переплетаем вот так. Вот берем по рисунку, смотрим, здесь, например, у меня горочка идет. Я вот беру ниточку, вот так вот прям. Вот, нитка закончила, беру новую. Вообще-то сложное такое искусство гобелен. Крепота, ну,
терпение надо иметь. Такая ювелирная работа. Вот у меня вилочка, мы прибиваем. И что у тебя будет? Что это за композиция? Ну, ой, тяжелый вопрос. Ну, что вы видите? Да какие-то горы вроде бы. Снежные. Для кого-то горы, не знаю, для кого-то волны. У каждой мастерицы свой рисунок. У меня, может, непонятно немножко. Вот это лес, ну, фиолетовый лес. А тут небо. Ну, здесь деревья такие тоненькие. Вот. Ну, просто пейзаж такой. Можно делать абстрактное, что-то будет красиво, рельефное, ну, разными нитками, разной толщины. Можно бисер вплетать, бусинки всякие. А эти гобелены – дипломные работы. Они хранятся в музее колледжа искусств. То, что здесь видишь, действительно восхищает. Например, этот костюм воссоздан по старинным канонам. Могилевский строй делали воссоздание, реконструкцию. Вот вам женский костюм, выполненный точно по канонам Могилевского строя. Вот здесь вышитая вышивка, а здесь она пришитый полог. Это конкретно как наши предки делали, да, бабушки? И бабушки также делали. Им-то это было еще и удобнее, между прочим. Это очень сложно, тем более крой не позволяет. Он же переходит с передней слифа на рукав. Поэтому здесь, как ни крути, вот эта вот накладная. В колледже довелось узнать, что карикатуры бывают не только в рисунке. Керамисты, ох, как любят пошутить. Вот забавный, очень трогательный диплом. Называется «Беловежская пуща», но раскрыт он совершенно по-авторски, уникально. Замечательный был выпускник у нас такой, Саша Черников, с хорошим чувством юмора, с тонким таким. И вот он к этой теме, к раскрытию ее подошел совершенно вот таким своим авторским образом. Здесь сотни интересных работ или творческих подвигов, как говорят учителя. Некоторые хранители фондов относят к современным произведениям искусств, как, к примеру, вот эту скатерть. И вот это все сделано вручную. Кружева не пришивные, а сделаны из вот этой ткани же. Называется она «Метель». Ей 20 лет. То есть здесь отдельно не вязалось, а здесь нет, именно как-то вырезалось из ткани? Я не понимаю. Да. Вязалось, это выпускались ниточки из ткани, и на основе этих ниточек вились кружева. То есть по старинному, как раньше в старину наши бабушки делали. Казалось бы, те ремесленные начала, которые заложены в этих видах деятельности, как керамика, вышивка, да, деревообработка, нам важно, чтобы наши учащиеся переросли понимание этих материалов просто как ремесленных. Это предмет для искусства –